яркий пример Иуды. Один из его последователей, Иисуса Христа, он тоже был с ним, он тоже молился, он тоже руки поднимал, он тоже говорил «Аллилуйя», он тоже, кажется, был вместе с верующими в храме, как и мы. Очень все было как бы как? Правильно. Внешне. Внутри, написано в Писании, там были двойные стандарты. И дальше, когда уже пришел момент перед самой смертью Иисуса Христа, написано, этот Иуда подошел к Иисусу и сказал: «Радуйся, все нормально, Господи, все нормально. Мы вместе, мы близко, мы в церкви. Аллилуйя! Воскресенье! И мы здесь, а некоторые не ходят. Ай-яй-яй! А мы здесь, Господи! Мы близко!» И дальше. Поцелуй. Какой символ ласки? Когда люди целуются, кажется, они так любят друг друга. Какая тактика? Тонкая тактика. Мы Господу признаемся в любви. Написано, сердце ваше далеко от меня. Как больно, как жалко Бога. И Иуду тоже жалко. Оказывается, друзья, что даже поцелуй, символ любви, знак близости, может быть фальшивым. То тем более все остальное. Хочется, чтобы мы были настоящими. Настоящими, друзья. Мы живем с вами в последнее время. Библия говорит о узком пути, о широком пути, о плевелах, о пшенице. Будет разделение, будет вот этот просев. Будет отделяться солома от пшеницы, будет отделяться. Друзья, это временно, пока мы вместе растем. Где-то расстраиваемся, нас обижают, где-то мы соблазняемся. Но это все временно. Главное, чтобы ты был не двоедушным. Когда ты сам. Если у тебя вот это к Богу близость и любовь, ты об этом знаешь, ты точно об этом знаешь. Интересно, что когда это происходит в нашей жизни, то Христос обращается к Иуде и говорит: «Предатель, а зачем ты пришел сюда в церковь?» Читайте внимание на экране, что написано в Писании. Там не написано «предатель», там написано «друг», «друг, зачем ты пришел?» «Ну как зачем? В церковь? Вы что? Я в церкви, как это зачем?» «Прости, это не я спрашиваю, фокус Иисус спрашивает». Неожиданный вопрос, согласен. Но тебя спрашивает, даже не стоит обворачиваться. Зачем ты пришел? Ну как, зачем пришел в церковь? Я же к Иисусу, я ближе, я туда к верующим, вот сюда, ближе к вам. А сердце? В понедельник, дома, на работе, маски, двоедушие. Как жалко, как больно. Друг. Это в переводе «шанс». «Друг» — это в переводе «покайся». «Друг» — это в переводе «сейчас». «Покайся сейчас». Это нужно тебе.